Всем привет! Сегодня проведу небольшой эксперимент, чтобы определить, чем лучше чистить профильные трубы от ржавчины. Для сравнения буду использовать крощетки из металлической витой или невитой проволоки. А также нейлоновый и лепестковый диск для удаления ржавчины. Сравнительные характеристики будем определять на 4 ржавых трубах 20 на 20, разделив их на 4 части. Первую часть я буду чистить щеткой с рифленой проволокой. Как видим, данная щетка уверенно снимает слой ржавчины, не оставляя следов после себя. Результатом я очень рад. На второй части используется щетка с металлической витой проволокой. По скорости съема ржавчины лучше предыдущей, но складывается впечатление, что снимает только верхний слой ржавчины и оставляет минимальный след после себя. Третью часть буду чистить нейлоновым кругом для удаления ржавчины. А это, видимо, разочарование дня. В интернете много информации о том, что данный круг не оставляет следов на металле, а наоборот его полирует. Но как видим, после снятия слоя ржавчины на металле, круг таки оставляет следы своей работы. И последним тестирую лепестковый диск по металлу. Результат аналогичен предыдущему. Не рекомендовал бы данным способом снимать ржавчину. Как показал эксперимент, лучший результат показала щетка с рифленой проволокой. А как вы удаляете ржавчину, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.